Пошли, парни, пошли, пошли. Пошли, вперед, вперед. Можно не толкаться, но люди, ну дайте пройти. Ну что вот это? Всем привет. Итак, у нас рубрика «Тварь без намордника». Без намордника, тварь. Продолжается. Без намордника, без намордника опять. Ребят, вот специально принес намордник вашим собакам. Почему вы его не одеваете? Ух, как тут волом выключить? Выключаем звук, выключаем. Намордника. Нет, не укусят. Я в шоке, ну как я, ну вы ж... Итак, наш товарищ, сосед. Ты козел, мне намордник не одеваешь собакам. Закрой свой рот, и убери собаку. Еще раз, так, собак выведешь без намордника. И что? Получишь, я тебя предупредил. И без собак, когда ты будешь на сука, рандом. У нас очередные встречи с ним происходят. И мы договорились. Мы изначально договорились с его супругой, что их собачка одевает намордники, и мы одеваем намордники. Так как их маленькая собачка, она набрасывается, а понятно, что Майки как бы может дать отпор Роки. Мы начали одевать намордники, одевали, они не одевали. После чего мы перестали соблюдать это условие. Вот вчера мы опять договорились добросовестно с обеих сторон соблюдать эту движуху. В Роки такой очень неудобный намордник, у Майки удобный. А чё вы без намордника, еще раз спрашиваю? У вас две собаки, побойтесь Бога, пожалуйста. Пошли. Поэтому мы идем смотреть еще. Пошли. У нас потребность в наморднике. Вот желательно, наверное, вот в таком, только для малого, потому что... Не для меня, потому что у меня уже есть. Не для этого малого, мне передается его. Потому что вот такой у нас что-то очень тяжко на мордочке сидит. Есть? Вот такого плана. Что-нибудь. Территориального. Угу. Прям секшоп, БДСМ какой-то. Я сказал, в тумбочке. Ну что ты идешь еще раз покупать? Ну это ж твое, я чужое не трогаю. Нужно взять железо. Кто это у нас так нюхает? Все нюхает. А что мы ищем, Рокс? Рокс. Рыбулины. Ну-ка, давай-ка. Стой. Дай морду. Такой вот страшный парень получается сразу. Не, это же не рак. Это вообще правда обычно. Кстати, вряд ли. Ну просто вот должно быть. Как вот здесь, точно такое же должно быть и с этой стороны. Ну мы когда покупали, я сразу тебе сказал, что здесь какое-то несовпадение. А где мы покупали? Не, я не знаю, где мы здесь покупали. У нас? По-моему, да. Ну хорошо, спасибо. Все. Потопали. Самостоятельные парни открывают двери. В общем, не оказалось на руке такого же мощного металлического намордника, а в кожаных ему не очень комфортно. Поэтому будем еще искать. Здесь не было его размерчика. Какие они у нас красивые. Спасибо. Ну и поправочка, мы договорились в намордниках выходить, а не везде гулять, поэтому, оп, снимаем, потому что парни там и добрые, вот, но посмотрим, как наш товарищ будет соблюдать нашу договоренность выходить в намордниках. На горку забежали. А вообще он, конечно, скажем так, адекватно общается абсолютно со всеми, не только с нами у него стычка, я все время наблюдаю с окон, как он, что вы там испугали? Как он с окон общается по любым поводам, по любым зацепкам со всеми прохожими людьми. Мир не перевернёт. Но хотелось бы, чтобы таких стычек не было, потому что все равно это сосед, и это очень надоедает, когда ежедневно весь этот негатив несется в нашу сторону. Неприятно. Майки, ты запутался. Вылазь. Будем сейчас пробовать все-таки одевать этот намордник. Слушай, ладно, будем все равно покупать другой. Я думал просто попросить, сказать по-братски, дай, пожалуйста, намордник, он походу нет. Не? Привет. Он не из этих, да? Походу.
Понятно, понятно. Ну ладно, сейчас здесь. Ну давай попробуй. Роки, стоять. Роки, стоять. Но он просто так не дастся. А мы скажем, пожалуйста. Наоборот, вверх. Дырочка, нос дышать. Дырочка, быть сверху, да, сказать, дырочка. Дырочка. Опять вот так, да, вот так. Хорошо! Молодец. Роки, ну пожалуйста, тоже соглашаюсь. Сишка такая, пожалуйста. Роки, ну я же Роки твоя безопасность. Справился. В общем, мы поняли. Смотри, в чем прикол. Просто нужно будет, ну, у нас точно этой штуки нет, говорит, что мы потеряли, типа, но это не так. Смотри, это вот так вот одевается, получается, здесь просто. Короче, я понимаю, сверху заклепочкой она одевается и держится. И но... все, да! Так просто. Все так просто, никакой баллонской системы нету. Ага, возьми-ка. Давай! Молодец, молодец, стоять. Оп, эй, оп, два. Все, пошли, пошли. Пошли. А куда? В общем, пойдем еще дальше искать намордники. И покупать нормальное мороженое. Нажимаем на лайк и ждем завтра новое мороженое. Видео. Все, всем пока. Роман, без мороженого. Купи мне мороженое, без мороженого. Миша, купи мне мороженое, Миша, купи мороженое. Рекомендую оценить и подписаться на канал Игоря Андреева. Он направлен на важные вещи. На оздоровление и на самореализацию. Судя по отзывам, у него полезный канал, который помогает реализовать желаемое и привлечь деньги. Ссылку я оставил в описании. Подписывайся!